которым сон до пизды. Они, пидорасы, не знают, что я нихуя им не рад. Их вена и рим ожидаю тому же всего лишь когда. Сраная рашка катится в сраное говно. Весь поезд прошел, ни одного сортира. Обоссаться и не жить. Костян, хорош ныть. Пасы между вагонами. Будь мужиком, блядь. Будь свиньей, ты хотел сказать. Пасы между вагонами, пасы между сиденьями. Вытри жопу об стену. Так все нормальные мужики по-твоему делают? Кирюх, долго еще ехать? 3 часа уже едем. Мы на 6 станции не проехали. Кирюха, алло! Как наша станция называется? Не станция. Платформа. 100-500 километр. Прикалываешься? Прям так и 100-500. Мне не веришь? У кого другого спроси. Заебал уже. Кирилл, ты палатку взял? Не. Ну а где ночевать будем? Прям под открытым небом, что ли? Игвам построим. Палатка — это смерть. Снег пойдет, палатка рухнет, нас завалит. Ну а ты его строил когда-нибудь? Что? Ну что-что, игвам когда-нибудь строил? Блин, Костян, за твоими базарами чуть наши станции не проехали. Пошли быстро. Хуя себе намело. Кир, ты уверен, что нам туда надо? Не, ну смотри, какой ад кругом. А ты в кедах. Нормально, да? Нормально. В кедах нога дышит, а в ботинках потеет. Промокнет, потом замерзнет, потом гангрена и пиздец. А я в ботинках. Я тебе говорю, возвращаюсь. Ну привет. Нормально. Чего тебе помочь? Задачки порешать? Не, Настя, сегодня никак. И завтра никак. Я вообще не в городе. В Караганде, бля. А тебе оно надо? Нет, не скоро. Раньше волноваться надо было. Поехали. Не надо меня ждать. Вообще никогда. Идите в жопу, Настасья, и Серегу своего с собой заберите. Вот же стерва. Как задачки порешать, так Кирюшенька миленький. А как на день рождения пригласить, так хуй. Опаньки, так это все из-за Насти, что ли? Что из-за Насти? Ну, в смысле, так это ты из-за Насти, что ли? В лес ломанулся? То, что она тебя на ДР не пригласила? Нет, не из-за Насти. Ну, то есть не только из-за Насти. Ха-ха. Просто задолбало вообще все. А когда у нее день рождения? Сегодня. Кирилл, извини, конечно, но ты мудак, по-моему. Хрен ли без приглашения не заявиться? Полное право имеешь, после всего того, что ты для нее сделал. Слышь, давай прямо сейчас туда нежданчиком заявимся. И Настю с днюхой поздравим, и Сереге и блед начистим. Пойдем, а? Отличная же идея. Да не, говно идея, давай без меня. Кир, постой! Ну а может лучше Настя? Лучше застрелиться. Ничего тебе не выйдет, Кирь. Даже не пытайся. Ты гонишь, короче. У Сереги получилось, значит, и у меня получится. Фигня у тебя получится. Уши отморозишь, домой побежишь. Не мужик ты, Кирь. Настя, это просто злобный жирный тролль, Кир. Чего ты на ее флот ведешься? Она не тролль. Она правда так думает.
Для нее я беспомощный шкалово. Че задумался? Настоящий мужчина знает, чего он хочет. А ты, Кир, знаешь, чего ты хочешь? Че, охуел, что ли? Все мудак, блин. Кирилл, че за фигня? А, Костя, привет. Обломись мне сегодня сиськами. Ну так что, Кир, ты решил, чего ты хочешь? Я хочу... Ой, мама звонит. Ну все, пацанчики, звонимся через часик. А ты, Кир, думай. Эпик фейл, Кирюх, ты блинный дятел. Пилотка спрашивает, что ты хочешь, а ты не знаешь, что ответить? Что говорить-то? Тебя хочу, вот что надо отвечать. Ты тебя реально хочешь, да? А вдруг она обидится? Обидится, значит, дура тупая. На правду нельзя обижаться. Вот если бы тебе такое сказали, ты бы обиделся? То-то же. Слушай, Кость, как думаешь, Серега реально Новый год в лесу встречал? Хз, я там не был, свечку не держал. Фотки видел, но это ж только фотки. Думаешь, фотошоп? Ну не фотошоп, но не факт, что это лес в ебенях. Может, у него дача там рядом, сфоткался, выжрал и в баньку. У моих, например, лес рядом с дачей. Давай на выход туда сгоняем, сделаем офигенную фотосессию, Серега усрется. Не, я если в лес поеду, то все по-честному. Чтобы Сибирь, тайга, вся хуйня, а рядом никого. Ну и отлично. Ну хорошо. Хуй с ней, с этой Настей. Кирюх, ты сто пудов уверен, что ты все продумал? Кот, о чем ты? Ну вот обо всем, об этом. Кирилл, ты сам подумай, это ж не интернет. Тут реальный, блядь, мир, реальный снег, реальный мороз. Походу, тут реально сдохнуть можно. И никто тебе на помощь не придет, даже если звать будешь. Я-то звать не буду. А сдохнуть везде можно. В городе даже проще. Не, реально проще. Бандиты, менты, чурки бешеные. Террористы. Статистику посмотри. Террористы еще. Рухнет твой дом, и все, пиздец, помирай под завалом. Ну ты что-то бредишь. А в лесу все в твоих руках. Не захочешь, не сдохнешь. Кира, это все теория, а на практике, ну что ты будешь делать, когда запасы кончатся? Рыбу наловим. Селки на зайцев поставим. Зайцев много сейчас. А потом будет лето, грибы, ягоды пойдут. Не пропадем.
Поздравляю! Ебанулся на отличненько. Ты что ж, до лета тут сидеть собрался? А ты как думал? Я ж тебе говорил, что с концами сваливаю. Ебись он конем весь этот город. Погоди! А как же мама? Мама, в курсе, что ты в лес ушел? А хули мама? Здравствуйте, Людмила Клёвна. Зайчусь, ты на улице сегодня был? Мам, ну какой тебе зайчусь? Сколько можно? Так, ребята, а что у вас с сессией? Я уже сдал. Вот, ты слышал? Вы бы хоть повлияли на моего зайчусика, Константин. Давайте-ка, кыша за компа. Мам, ну я это... Звонка в скайпе жду от одного человека. По айфончику поговоришь. Ладно, я пойду. До свидания. Созвон, йоу, чувак. Пока-пока. Давай, кукусечка, ты тоже копытцами шевели. Так, топор, лапник, котелок, костер. Вроде все. Кость, что там у тебя, горит уже? Не, сырое все, не разгорается никак. Ты, Милт, не умеешь, вот и не разгорается. Да я, лошара. Это вообще нормально, да? Что? Целлофан этот. Зимой под целлофаном не идиотизм.
Костян, какой это тебе нахуй целлофан? Это ж клеенг. Тупой, что ли? Ну извини, в ПТУ не учился. В сортах хуйни не разбираюсь. Но, по-моему, это весомая заявка на премию Дарвина. Чё за Дарвина? Специальная премия для самовыпилившихся дебилов. Вручается посмертно. Ты чё, в натуре собрался под клеенкой замывать? Да нормально. Это на пару дней всего. А завтра, ну на крайняк, послезавтра землянку выкопаем. Блин, холодно, пиздец. Давай, может, выжрем? Костян, кончай панику нагонять. Это же клеенка, она тепло держит. Залезай внутрь, сам поймешь. Да. Олень ебаный! Ну ставьте все как было. Чучело, блядь, безрукое. Иди костер разжигай, я сам все поставлю. Ты, блядь, жердину сломал. Надо новую мутить. А может, ну его нафиг. Погуляли и хватит. Давай водяре дожрем и домой. А то через час уже темно будет, а у нас ни костра, ни хаты. Кирилл, ты это? Топор положи, а? Не могу я говорить с тобой когда-то с топором? А о чем мне с тобой разговаривать? Ты же мне все время только и талдычишь. Домой, домой. И помогать не помогаешь, только мешаешь. Бегвам развалил, костер затушил. Скажи честно, ты не зимовать же сюда приехал. Ты приехал подождать, пока я сломаюсь, и домой меня утащить, верно? Ну ты че, это что за дела? Это не смешно даже. Ты реально здесь околеешь, и даже Настя не узнает. Значит, точно. Так оно и есть. И гадишь ты мне нарочно, чтобы я побыстрее сломался. А я вот не сломаюсь и домой не поеду, понял? И не еби мне мозг, и вообще иди отсюда нахуй, пока светло и электрички ходят. Достал ты меня уже своим нытьем. Иди нахуй отсюда! Нахуй я сказал! Ну и подыхай тут! Вот ты ебанько, Кирюша. Так. Ага. Угу. Ага. Топор. А, вот он. Кирилл Петров, интернетом не поделишься? Нет? А чё? А всё, мамань пароль сменила. О, печалька, а подобрать не пробовал? Да я подберу. Знаешь, какая у меня интуиция? О, а куда это ты набудился? На танцы, блядь. А если серьёзно? Ну тебе надо. Кирилл, ну конечно надо. Мы друзья или как? Ну, друзья, наверное. Слушай, а у тебя деньги есть? А видишь, празднуют. Присоединяйся. Не, ну его. Пиво это моча какая-то. Лучше взять водки. А что за повод? Что ты такое мутишь? Диверсию какую? Не диверсию. В лесу хочу пожить просто. В лесу зимой? Ха, ну ты, блин, даешь. Ну а чё тут такого? Раньше, блядь, пока вот этого всего не было, все в лесу жили. А сейчас чё? Цивилизация. Интернет. Только и умеют. Сидеть что-то, болеть, жаловаться, гадить. А я раньше на лыжах. В лесу хорошо. В пизду такую жизнь. Я, в общем-то, давно в лес собирался, а сейчас вот собрался. И бисено все конем. Чел, а как же инст? Похуй на инст. Ну, выучись, ну, диплом, а дальше что?
И кто я по жизни буду? Неудачник? Женюсь еще на дуре какой-нибудь. Так и сгнию тут нахуй. Нет, кот, свалить отсюда нахуй надо, пока не поздно. Ну надо же, 3 часа без контактика и какое просветление. Слушай, Кирюх, а может ты даже в чем-то и прав. Может ты даже во всем прав. Действительно, что тут ловить? Учеба, работа, пиво это химическое, говно прочее. А ты вообще один едешь или уже с кем-то договорился? Ни с кем не договорился. Один еду. Одолжишь 5-ку? Ну не вопрос, на пару пузырей хватит. Ну чё, сбегаешь? Вещи возьми, в лес едем все-таки. Легко. Ну тогда не тормози, я через час стартую, никого не буду ждать. А я мигом. Слушай, только... Только это, есть один вопрос. Ты уверен, что ты в лесу один зимой выживешь? Есть у тебя эти, как их там, навыки выживания? Есть, не сомневаюсь. Побольше даже, чем у некоторых. Что за хрень? На фотках это лучше выглядело. Сири, я у костра в лесу. Очень холодно. Костер не горит. Что делать? Температура -20, ветер северо-восточный 4 метра в секунду, высота над уровнем моря 100-500. Блять, Сири, заткнись. Как мне сделать шалаш или жилье, чтобы не подохнуть? Квартира в Москве и Подмосковье. Купить квартиру, обмен жилья, расселение. Сука! Зайди на форум отшельника. Набирай. Нахожусь за 3000 километров от привычной дислокации. Стою у костра, в лесу. Холодно. Помогите, пожалуйста. Набирай. Такой вариант не рассматриваю. Как ночь пережить, лучше объясните. Блять, ёбаный ты мудак, сука, а? Пидор, блять. Чё ты, блять, мне несёшь, а? Да пошёл ты нахуй. Петросяны, блять, ёбаный, а? Как в сети срать, так, блять, гораздо, а как... Сука, помощь какую-то попросишь. Гондоны ёбаные, блядь. На словах ты лев толстой, а на деле хуй простой, блядь. Низкий заряд батареи. Подсоедините зарядное устройство. Блядь, да иди ты в жопу, железка чёртова. Толку от тебя, блядь. Отче наш, иже еси на небеси, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет, черт, как его, аминь.
Давай мы прямо сейчас наберем. Давай. Ha ha ha!